Топ-5 квартир, которые подешевеют этим летом. Первое – свежее наследство. То есть, если у вас квартира получена недавно в наследство, и вы ее продаете, она будет очень сильно дешеветь. То есть, ее никто не будет покупать. Вам нужно будет сильно снизить цену, чтобы ее продать. Второе – квартиры по неполной стоимости. То есть, когда вы хотите в договоре вместо 10 указать 5. Третье – квартиры, которые продаются по доверенности. Особенно, если люди уехали жить за границу, их тоже, к сожалению, продать сложно. Четвертое – квартиры, которые находятся в залоге у банка. И если этот банк не Сбербанк, и ВТБ, потому что они-то научились работать с залогами, а вот квартиры в залоге в других банках, к сожалению, продаются намного дешевле. Пятое – это 5-9-этажные дома с маленькой кухней. Эти квартиры подешевеют быстрее всего, потому что средний возраст приобретателя 37 лет. Это молодые люди, они хотят жить в комфортном жилье, где кухня не 5 метров, а хотя бы 10. Хотите знать больше о недвижимости? Приходите в мой закрытый телеграм-канал. Для этого поставьте плюс в комментариях, я вам скину на него ссылку.